Я однажды тебя найду. Через год или 20 лет. В ароматно цветущем саду или в поясе павших комет. И неважно, что было до, кто и как проживал свои дни. На планете запретных плодов я сумею тебя сохранить. Если чувства живут в сердцах, то неважно, каков итог. Я отправлюсь с тобой до конца, я пойду, не жалея ног. Хоть на север, в Сибирь, в тайгу, совершая 9-й круг, отпустить я уже не смогу, обниму, не жалея рук. От эпохи древних шумер до времен социальных сетей нас поставят с тобой в пример из когда-либо живших людей. Для живущих здесь и сейчас, размышляя о счастье землян, купидоны напишут о нас самый главный любовный роман.